Мартовский дождь, как выяснилось, обычное явление. По словам специалистов метеослужбы, первые дожди обычно проходят в третьей декаде марта, а в этом году осадки выпали чуть раньше. Однако уже в ближайшие выходные ангарчан ждет сухая и теплая погода. На ближайшие два дня нас ждет тепло. 16 марта без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью минус 5-7 температура, днем плюс 9-11. 17 марта тоже без осадков, ветер юго-восточный, но днем он перейдет на северо-западный 6-11 метров в секунду. А вот уже с понедельника в город придут холода, синоптики обещают снег и сильный ветер.